Ребят, не ожидали со мной встретиться еще раз. Я решила заснять, потому что установила новый игры. Так, тихо-тихо, может быть, звук сильный. В принципе, как я знаю, это игра легкая. Надеюсь. Может быть. Прикольно. Ребята, что это было, только что вы поняли? Я, честно говоря, не поняла, что только что было. Честно, не поняла. Надо, наверное, еще раз сыграть. Прикольно. Ну, я, наверное... Нет, все позже. Мне понравилось, это было прикольно. Блин, я хочу кого-то. Опа, Америка, Европа. Блин, это трудно. Я даже не понимаю, что это. Это было очень трудно. Потому что там надо было найти что-то среднее. А что-то среднее для меня очень трудно найти. Что-то, ладно. Блин, вот это трудно. Знаете, понять, что вы делаете, довольно трудно. Я бы сказала, было очень трудно. Это что? Это что? Это была только что гонка за кристаллами. Я ничего не поняла, ну ладно. Что это только что, вы поняли? Довольно трудно. Средний. Тоже средний. Что это было, вы поняли? Я? Нет. Потому что это странно. 60, фигня. 2, 45. Все фигня. Все фигня. Мне выпало. Трудно. Здесь надо гнаться за тортиком. Это невозможно. Я поняла, здесь нужно гнаться с тортиком, это трудно. Очень трудно, я бы вам сказала, гнаться с тортиком. Потому что надо все контролировать. Да, вот так вот.
Давайте, давайте. Что это было? Вы поняли, ребят? Ну, наверное, поняли, потому что я не ад. Но это было прикольно. Прикольно поиграли, прикольно проиграли. Прикольно, очень прикольно, мне понравилось, как мы проиграли и поиграли. На 5, 25. Ого, много. Ну зачем это? Давай быстрее грузись. Грузись быстрее. Ненавижу рекламу. Я буду, ребята, напишите в комментариях. Любите ли вы рекламу? Давайте. Все, тупо я гоню, 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 гоню. Ура! Уровень пройден! Ура! Уровень пройден! Ура! Уровень пройден! Это ломающий телефон. Или телефон от меня, но скорее я в телефон ломаюсь. Нет, спасибо, отстаньте от меня. Угадайте, что я сейчас делаю? Конечно! Ого! Желатинки, фу, желатинки, фу! Это же животные. Где? Фигня. Блин, все, я вот девочки, я жду от этого. Я не буду тратить бабки на какие-то желатинки. Я потрачу свои деньги только на животных. И сделаю это легко и просто. Ребята, вы знаете меня? Я не могу вот просто ту-ту-ту-ту-ту-ту. Поэтому я просто возьму отсюда 150 монет. Для вас это будет долго, ну и что? И хочу пока что промотать до того момента, пока реклама закончится. Я вас поздравляю! Ждем, пока реклама закончится. Давай, грузись, давай. Ребята, а если вы еще не промотали, у вас есть шанс промотать эту странную дело. Ну, мы ждем, а вы проматывайте. Пока. Ждем. Все равно. Блин, это скучно. Ребята, так как мы стали страдать фигней, можем войти еще раз. Бедный мой телефон, вы не представляете, просто горячее огня. Ё-моё. Ну ладно, он теплее нашего радиатора.
готов для нашего радиатора. Уже кнопки не действуют на нем. Это значит, что телефон устал. И всем пока, ребята! Всем пока-пока.